холодная война в самом разгаре. Рейган и Тэтчер на пике карьеры. Ну а я застрял в Лутоне. Никакого веселья, свободы, будущего. Джавид постоянно пишет. У него и девушки не было никогда. Не позволяет религия? 3 сентября 87-го. С одной стороны фанаты Уэм и девчонок из Бананарамы, а с другой я. Кто хочет стать писателем? Писатели, которыми я восхищаюсь, меняют мир. Слушай, если хочешь добиться успеха, будь как еврей. Это расизм, пап. Держись подальше от девчонок. Следуй за евреями. Давайте, народ! Моя семья застряла в прошлом веке. Ты не знаешь эту страну, как я. Они никогда тебя не примут, сын. Круто быть не как все. Это наш стол. Брюс, это луч света в нашем паршивом мире. Ты серьезно? Не благодари. Я не знал, что музыка может быть такой. Брюс будто понимает все, что я когда-либо чувствовал или хотел. Это и есть настоящая музыка. Спрингстин? Такое только твой отец слушает. Только не мой. Элиза умеет выбирать гостей. Чем провокационнее, тем лучше. Да что в нем провокационного? Я хочу быть писателем. Писательство не работа. Ты должен стать чем-то большим. Поскорее бы убраться отсюда. Шазия, ты выглядишь как Мадонна. Когда я танцую, я отгораживаюсь от мира. Прекрасно понимаю. Если ты ничего не сделаешь, мы потеряем сына навсегда. Ты прикалываешься, что ли? Брюс поет о том, что нельзя позволять трудностям мешать проявиться лучшему в тебе. Я хочу построить мост к своей мечте, а не стену между мной и семьей. Музыка, возможности. Я хочу испытать все. Ты же придешь на вечеринку? Будут подруги Эммы, и одна из них идеально подойдет тебе. Правда? Она непривередлива.